Сверху и передает эстафету Дастину Хогу. Дальше 32 номер Дрю Гордон. Слово. А вот забивать их любит. И сейчас отправляет в буфет Адаса Юшкевичуса. И на площадке под 30 номером и под 88 на паркете. Ну, а уж сверху забивать Джордан Микки умеет. Предзон, предзон, не мажет. На, воображаемые револьверы при нем. Ни одно кольцо бы тогда не выдержал. Не было таких эластичных и колец, на которых можно было висеть. Но за любое касание, когда сверху забивает, тебе стукнул в пол. С таким броском он и на конкурсе слэм-данков был бы не лишним, честно говоря. Ну, а Виталий Фридзо. Хороший пас на Зубкова. Все играют командно. Ну и Фридзо. Зубков поднял три пальца. В пробежке едва не теряет мяч в центре площадки. Снова находит его в углу площадки. Подайте сюда Камолова, говорит Фридзо. И за время выступления за студентов стал лидером не только заведения учебного по подборам, но и лидером... Фридзон! Да ладно, опять попал. Да где у него кнопка? Фридзон и Остапкович с Михайловским. Фридзон в третьей четверти просто разорвал сетку. Ее пришлось менять пока. Скакивает после промаха Швед, перехват. Сам сохраняет мяч до себя. И опять Остапкович. Нет, командно. Ну, понятно, Фридзону пас. Это понятно. Из этого угла. Результат Алексея Шведа. Ну и любопытно, что вот на этой площадке побеждали только игроки сборной мира. Он и треху забрасывает. Уже 46 очков на его счету. И теперь возникает вопрос, а полтинник выбьет? Пока 49. Что он творит? Поскольку с точки зрения спортивного результата тут уже все давным-давно понятно. Ну-ка, чемпионскую, пожалуйста. Треха. И на заказ 57 очков.